Хей, с вами Шимки, мы проходим уже до конца игру под названием ТОЭМ, фотоохотом. Как вы видите, по текущему сохранению у меня наигран 1 час и 21 минута, но по количеству видео и по их продолжительности можно сказать обратное, что там никаких не час. Объясняйте вам ситуацию. Уже ближе под конец, я даже не ходил на последний кусок карты. Как вы помните, да, там у нас, кажется, открывался, если это было видео. Я не отправлялся. Ну, короче, я никуда дальше не отправлялся. Я решил до конца закрыть все задания, типа, и пойти уже, типа, проходить до конца. Но произошло так, что я тупанул и нажал сохранить и выйти. А я понимаю, что это сохранение и выход идет на рабочий стол, а не в главное меню. И поэтому мне пришлось заново перепроходить полностью игру с теми моментами, с теми невыполненными заданиями, которые все было. Ну, по памяти я помню, какие задания еще не выполнял, но теперь я знаю, в принципе, большинство, что мне требуется сделать. На тот момент там было почти 5 часов, там было 4 часа и фиг сколько минут. Ну, в принципе, я думаю, мы с вами довольно быстренько все это сделаем, поэтому продолжить приключение. Не знаю, 10. Хотя навряд ли 10, там 2 задания, которые я вообще не врубаюсь, что с ними делать. Но с одним точно. Так, ладно, мы тогда идем рассказывать то, что у нас с вами упал метеорит. Кстати, да, я здесь еще не послушал этих биашек. Так, почувствовав себя космонавтом. Мне нужно, короче, переодеться в шлем. Да. Я стал космонавтом. Вот и ты. Тебе удалось обнаружить астероид? Показать фото. Фоток мне намного стало меньше, потому что я фоткал чисто то, что мне необходимо. Так, стоп. Афу, я сфоткал его. Не могу поверить. Место его приземления Кюрберг. Все. Короче, послушать, а вот я еще не помню, а что еще у нас было за задание? Сейчас же отправляюсь своих роботов для проведения тестов. Кстати говоря, насчет фоток, я нашел топор, вот он. Он за домиком около метеорита. В принципе, что мне сейчас делать, мне в голове не укладывается, я даже не знаю. Но я знаю точно, что мне надо сейчас вернуться пойти к роботам. А что еще за задание у меня появилось? Там, где ветряная погода, я не знаю, как... Что мне нужно сделать. Там, типа, есть место, где можно вот растопить, но... Типа, видно, что здесь что-то дымит. Но что я должен сделать, я не понимаю. Ладно, давайте тогда, я думаю, мне нужно, во-первых, спуститься вниз. Черт, а что в натуре было за задание, которое я не смог выполнить? Так, роботы. Вон, топор этот. Мне все надоело, побыстрее бы меня выключили. Не понимаю, из-за чего вся эта суматоха. Это же просто большой камень. Из космоса.
Хочешь, расскажу анекдот? Что сказал робот своему другу роботу? Бибуп. Ага. Пердящий робот. Это смешно. Так, козы, которые смеются где-то здесь. Вот один неизвестный, как в принципе мне тогда да и там было. У меня есть догадка, но насколько она правильная, я не уверен. Снеговик, который в снегу, попытаться на него использовать микрофон. Ну, то есть гудок. То есть, когда я снимал, я тоже этого как бы не пробовал, поэтому возможно. А, в натуре, прикиньте. Погоди, что случилось? Мой снеговик. О, нет. Голова и туловище пропали. Куда же они подевались? Где же голова и туловище моего снеговика? А, в натуре... Фак, а теперь я должен искать части снеговика. Ну, слушайте, зато у нас появилось задание, которого у меня до этого не было. Давайте с частями снеговика мы попробуем позже. Я такой, чтобы отправиться сейчас самой первой локации и позакрывать их. И, кстати, я еще не нашел вот это место для съемки, где я должен снять что-то определенное. Вот сюда вот не ходил, вершина горы Пик Киберг. Короче, отправляемся дом Милый Дом. Да, потому что я достижение не получил. Я не в этом прохождении еще не ждал, пока часы покажут ровно час. А, нет, походу... Все нормально, ладненько. Отправляемся в лес. Кстати, в лесу. А есть ли смысл отправляться в лес? Кстати говоря, пока я не помогу всем привидениям. Пляща пламя. Ладно, давайте тогда сюда позже отправимся. В городе я полностью не все сделал. Потому что в городе я вообще не понимаю, что делать. Там есть одно здание, непонятное для меня. Короче, здесь в чем херня? У нас же есть персонаж, который напевает мелодию, да? Это вот этот, свистун. Ему нужно отдать мелодию, которую вот он напевал. Я вот как раз фоткал вот ноты. Ого, отличная мелодия. Дай-ка я попробую. Какая классная мелодия. Надеюсь, тебе пригодится. Ой, сейчас мы будем лазить с вами, ходить. Я буду пытаться вспоминать, где я был, где я не был. Ну, плачущий парень мне все равно нужен. А, точно, у меня очков. Очки не одеты. Так, мне нужна фотка солнца. Сойдет? То, что надо. Все, призраков мы всех споймали. Король всех рыб и непростая мелодия.
Один и второй, в принципе, находятся в одном месте. Ну, хотя, слушайте, возможно, не так уж... Так уж слушайте, минут. Сойдет, думаю, ладно. Так, нам, по сути, сюда. Нам нужно в дождливую погоду идти. Так, теперь нам нужно включить ту песню, которую дал нам чувачок. Мне не хватает клёвого мотива для гитары. Вот это да, ух ты, клёвый мотивчик. Присаживайся поудобней. Сделаем это. Это было нечто. Я записал для тебя мелодию. Спасибо за помощь. До встречи. Король рыб. Ну что, один раз только прыгает? Коллекционер, достижение получено. Ну а теперь мы возвращаемся в самое начало. Так, стоять, пока я отсюда не ушел. Альбом. Раз. Мне все ли монстры у меня? Да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Король рыбок. А? Ужас. А вот смотрю и понимаю. Он такой величественный и красивый. Все, ура. И часть. Я больше не боюсь. Слава королю всех рыб. Мореход. Нужно будет еще сюда сходить, там все фотки сохраняются. Так, да, отправляемся. Отправляемся мы с вами куда? Дубвиль. Правильно, да. Счастливого пути. Так как мы помогли последнему призраку, я думаю... Можем расслабиться. Так, посмотрим, что это с фотка. Так, подожди, и этому чуваку нужно, короче, шестый камень. Шестый камень. Так, я читаю, там шестый камни... А, тебе вообще, блядь, в этих... Да. Эй, погляди, какой мох на том камне. Хочешь показать что-то еще? Да, еще хочу показать тебе... Зимний топор. Эй, это точно топор. Эй, отличная работа. Испытание пройдено. Вот звезда. Не знаю, у муравьев
Ладно, немножечко попозже скажу. Так, поехали. Застенчивый великан прячется на скале. Это высотун. Какая находка. Я хотел бы увидеть еще монстров. Так, я не помню, каких я с вами показывал, каких нет. Хихикающий призрак из канализации. Это сточник. Какая находка. Но по идее я остальных вам показывал. По идее. Радостное морское существо в океане. Это Нессим. Если нет, вы труп. Вот, возьми это тебе. Маска монстра. Очень страшная маска. Ее нутят только поклонники монстров. Эй! Ох, это ты? Спасибо вам за все фотографии. Они очень крутые. Обожаю монстров. Эй, это ты? Я так тебе благодарен. Благодаря твоей фотографии отель стал популярнее. Она всем очень нравится. А? Так, ну чё, я думаю, маску тогда снимем. Так, хорошо. Короче, солдатики — это вот те муравьи, которых мы фоткали. Проблема в том, что... эти муравьи, они должны быть с каской. Если я смотрел трейлер, они ходили с касками и с флажком еще некоторые. Ух ты, да это же армия крошечных солдатиков. Ух ты, отличная работа. Да. Так, ну и в принципе задание, которое я не выполнял. Опа, любители природы. Ну идем к призраку. Ух, а? Что такое? Что за странная легкость? Как будто все обрели покой. Наконец-то я сваливаю отсюда. Все. Крепкий желудь. Крепкий желудь. Крепкий желудь. Окей. Мы это сделали. Так, ладно, что у нас вообще? Достижение. Тебе удалось пройти более 1000, я так не понял, что это. Сфотографируйте танцовщицу крупным планом. Какую танцовщицу? Что за танцовщица? Но пойдет она на уровне с пляжем должна быть. Потом городские. Сфотографируйте исследователя в горах. Что за исследователь? Любитель природы, выполните все фотозадания в Дубливе. Выполните все фотозадания, выполните все задания Бревеля. Сфотографируйте волшебное явление Тоэм. Что за явление? Выполните все задания в Куперте. Купер, выполните все задания в игре. У тебя зоркий глаз. Фиг его знает, ладно. Как вы можете понять, здесь мы уже все сделали. Здесь нам больше незачем находиться. Так, альбом, кстати. Все, да, 54, правильно. Ну. Отправляемся.
Да, хочу отправиться. А я хочу найти танцовщицу. Что за танцовщица? Я подумал, что это она. Ладно. Добро пожаловать в хижину. Гильдия фотографов энтузиастов. А, я ж не все выполнил. У тебя еще не осталось выполненное задание. Мы уверены, что ты с ними справишься. Ладно, тогда мы сюда вернемся позже. Для конца. Ладно, в город тогда. То не в город. Так, во-первых, мне нужно сделать фотку с большинством количества людей. Из них подойдет, пусть будет несколько. Так, думаю, начну с выставки. Во-первых, мне нужно зайти в альбом. Идеально подойдет фотка, это зимняя вот эта. Но также ее нужно подписать. Без разницы как. У меня будет зимняя ночь. Вот я не помню, как сделать так, чтобы... Так, картина. Кажется, я тебя понимаю. Это потрясающе. Как проникновенно. Как своеобразно. Зимняя ночь. Чудесное название. Превосходная интерпретация общественного дисбаланса. Эта фотография все, о чем я мечтала. Нужно сейчас же поместить ее в рамку. Так, ей, короче, нужна фотография чувака, который в испуге, либо что-то типа того. Так, я его уже фоткал. Вот она. Ух ты, вот это действительно глубокое замешательство. Готово. Разве творческий кризис я... не заново творческий кризис идти... А, там надо просто поболтать точно. Все хорошо. Подозрительная активность в городе. Хорошо.
Эй, это же опять живых существ. Хочешь показать что-то еще? Вот последний я так и не смог найти и понять, что это вообще такое. Здесь я помню, когда бежал в прошлой, ну, не прошлой серии, вообще бежал, я заметил вот здесь руку. И, короче, это наш друг прячется. А вот с великим открытием я так и не понял, что мне надо сделать. Просто как бы задание говорит, гид для фотографов, энтузиастов, ну вот, великий момент. А что за момент, если я не могу понять его даже? А птичка, которая должна быть тоже была не найдена в городе, это вот, вот эта птица-путешественник. Я ее по ошибке, когда быстро проходил, сфотографировал. Вот не знаю я, вот что можно было использовать. Что за момент? Великий момент. Давайте тогда отправимся куда? Сюда. Поищем части тела. Снеговиком. Мне ж только части тела снеговика, да, найти? Ну да. И к этим сходить чувачкам. А, вот они как ищутся. Как спрятаны теперь. Нифига себе. Ну, в принципе, теперь я все нашел. В принципе, теперь просто спускаемся вниз. В самый низ. Я даже уже дорогу более-менее запомнил. Так, еще ниже. Мировые солдаты. Внимание. У нас тут творится что-то неладное. Нам удалось заметить таинственного типа в разных местах. Мы долго пытались определить его местонахождение. Мы наконец-то сделали это. Мы определили местонахождение таинственного типа. Приведите его сюда. Мы были у тебя на хвосте с самого начала. Именно так, с самого начала. Мы... тупые, по-твоему, да? Теперь давай посмотрим, кто скрывается под этим костюмом. Что? Не может быть. Странное поведение. Постоянное прятание. Это было чертовски сложное задание. Тебе удалось нас всех провести. Добро пожаловать в высшую лигу. Какое захватывающее задание? Вновь в безопасности. Вольно. Вот вам таинственный мужик, который прятался все это время. Какая встреча? Проходи. Кстати, я хочу посмотреть, что будет в глазке. А, блин, я понял, ладно. Где же голова и туловище моего снеговика? Что? Его туловище решило там отдохнуть? Не может быть. Как же его голова так там оказалась? Теперь я могу снова слепить снеговика. Ну, пора приступать.
Ты посмотри-ка. Великолепно. Все. Вот, видите, есть какое-то место, которое я еще не сфоткал. Истребитель, да. По сути, мне нужно сфоткать эту местность. Тогда, в принципе, у меня и будет все локация. Поэтому я ставлю на паузу и ищу это место. Так, я решил с ней поговорить. Ой-ой, ну и дела. Не могу дождаться, когда роботы вернутся. Что же они там найдут? Надеюсь, они там стараются и усердно работают. Ну... Короче, ладно. Короче, я решил попробовать на метеорит использовать гудок. Не работает. Короче, там у нас еще в задании есть, надо одеть все предметы. Походу я не нашел еще все предметы. Я не могу найти место, где я должен сфоткать. Вот это вот мне сейчас немножечко не очень. Так, ладно, что у нас еще тут есть? Великий момент. Что за момент? Хер его знает. Ладно, погнали искать этот великий момент. Либо погнали уже, ладно, в гору. Куда? Зачем он сам заходит куда-то? Я не понимаю. И туда нету места для съемок. Странно, вообще непонятно. Возможно, где-то в заснеженной локе там и должно быть. Нифига себе, мы улетели. Здесь так высоко. Ты можешь как-нибудь побыстрее? Уже близко. Но если конец игры, то это печально. Ах, хотя, возможно, это и есть место последнее. Это ЖТМ. Получено достижение.
Ну, так спускаемся тогда в самый низ. Отправляемся к чуваку, покажем ему до конца историю, чтобы он нам рассказал, что они там увидели. И продолжим. А, вот и ты, я жду тебя уже целую вечность. Запрыгивай и отвезу тебя домой. Живо! Но я не хочу домой. Типа я не могу дальше продолжить никак. Серьезно? Ну это фотки, которые я делал. Спасибо, что играете в нашу игру. А могу я не заканчивать игру? Я с дома выйти не могу. Блин. Ты дома? Я знал, что ты скоро вернешься. Ну и как? Я рада, что тебе понравилось. Жду не дождусь, когда ты мне все расскажешь. Но сначала покажи ко мне тотем. Ну, если сравнивать. Ну, слушай, ты даже фотка красивая. Ого! Ты смотри-ка, по-настоящему удивительно. И сейчас такой весь дом такой в краске. О, не. Знаешь, твои приключения — выдающееся достижение. Но нам еще нужно закончить. Я так горжусь тобой. Хочу продолжить. Я не хочу, чтобы игра заканчивалась. Одно невыполненное задание. Одно. Конец. Одно задание. Знаете, у меня продолжение истории начинается с домика. А, так игра продолжается с того же момента. Это неплохо. То, что по сути у меня что? Правильно, есть возможность. Так, окей, давайте в город. Слушай, если он в инвентаре не примет фотку, то мне кажется, это тогда фиг знает. Ладно, будем искать. Кстати, нужно еще эту фотку показать тому челу. Я нашел фотку, которую ему надо было. Эй, это просто супер. Эй, отличная работа. Испытание пройдено. Я вам сейчас покажу, что надо было мне сфоткать. Городской специалист. Вот. Вот, надо было просто сфоткать это. Это что-то с чем-то. Деловая колбаса. Получено достижение. Прием для подражания. Пример. Получено. Так, хорошо, что там по достижениям? 5 достижений получено. Тебе удалось пройти более 1000. Что это значит? Шагов, наверное, имеется в виду, я не знаю. Каждый предмет один раз.
Тоже не понимаю этого. Значит, где-то что-то я еще не нашел. Осталось понять, что. Так, хорошо. Значит, найдите каждый предмет, возможно, я найду. Тебе удалось пройти более 1000, это я не знаю, что такое. Сфотографирую танцовщицу крупным планом. Что за танцовщица? Вопрос. Сфотографирую исследователя в горах. Тоже вопрос, потому что я фоткал и ничего. У тебя золотой зоркий глаз. Тоже непонятно что. Выполните все задания в игре. Ну, в принципе, вы поняли. Хотя... Вот что она делает. Ну, давайте тогда делаем таким образом. Оно стало ли только достижение? Танцовщица крупным планом. Одно из двух. Либо танцовщица, это имеется в виду танцовщица у нас на пляже, либо это лес. Давайте поищу в лесу кого-то. И продолжим. Кстати говоря, за танцовщицу. Может быть, медведи? Медведи блестят. Либо это их не палки блестят. Если смотреть именно по достижениям, да, вот, то тут говорится сфотографируй танцовщицу, и оно в разделе, где вот такие вот фотографии. Исследователя в горах. Исследователь в горах, скорее всего, исследователь один из двух. Либо тот, который сидит и рассказывает нам. Либо фиг его знает. Ладно, тогда еще в поисках. Так, сейчас зайдем сюда как раз. Может, исследовательница или танцовщица, это она? Добро пожаловать в хижину гильдии фотографов-энтузиастов. Здесь ты сможешь посмотреть все фото, сделанные во время заданий. Ого, все задания выполнены. Здорово. Получено флаг фотографа-энтузиаста. Флаг члена гильдии фотографов-энтузиастов. По идее, это последний предмет, который я должен надеть. Нет. У меня внутри все искрится. Кажется, я вот-вот буду прыгать от счастья. Я чувствую себя волшебно. Кстати, я поменялся с ней шляпами. Я получил... Да? Все, косплейщик. Получен, достижение. Ну вот, в принципе, все. Я выполнил задание шляпами. Однако, все равно задание у меня... Что у меня там по заданию? Пройти 1000, я так и не понял, что это. Сфоткать еще двух людей мне надо и...
Все, надо еще сфоткать двоих и понять, что только 1000 пройдено. Так, ну ладно, давайте расскажем вам последнюю историю, если я могу рассказать. Вот. Это что? Еще один рисунок древних? Давай. У нас был огонь. И развитая община. Мы отправились в далекие земли. Находили новые места, мы отправились на поиски, исследовали пещеры. Мы поднялись на гору, очень высокую гору. Мы достигли вершины и увидели яркий свет, освещающий весь мир. Дарующий надежду. Волшебное явление. Как красиво. Теперь история завершена. Я так рада. О, походу я тебя нашел. Отличная история. Так, стоять. И что еще там за задание было? Достижение. Тебе удалось более 1000. Сфоткать танцовщицу крупным планом. И у тебя зоркий глаз. Короче, танцовщицу надо найти. Опа, опа, опа. Короче, заснеженный холмок, который здесь был, я сюда вставил камень, изображение вот этого, и оно, короче, во, взорвался снег. Я, короче, пробовал все, что у меня имеет цвет, яркость. Ух ты ж ее. Дома так хорошо. Обожаю старые фильмы. Что ты делаешь? Прекрати. Странно, почему его нету в достижении. Ну, дикий запад. И все, да? Может мне шляпу ковбоя одеть? Типа вот так. Нет? Ну ладно, тогда продолжим искать. Все, я получил танцовщицу. Короче, когда она пробегает, надо нажать на гудок, тогда ее можно сфоткать. Вот видите, она искрится. Искрящийся прыжок получено достижением. Ну, в принципе, тебе удалось пройти более 1000, фиг знает что, и у тебя золотой зоркий глаз, тоже фиг знает что. Ну, короче говоря, как-то так. Я думаю, тогда отправляемся в наш родной город. А, я не мог просто сесть. Ладно.
на этом мы юником креслице и закончим. Что мы с вами, в принципе, с всего поняли? Игра довольно прикольная. Мы с вами все изучили. То есть, по сути, у нас пройдено 100%. Не найдено где-то еще какие-то фотографии. Фотографии я, скорее всего, это зоркий глаз. Но где ее искать, фиг ее знает. И... 1000... Этих, это, наверное, клацанье на экран. Но мне кажется, их уже было, но достижений почему-то нету. Ладненько, тогда что мы с вами делаем? Оценка игры. Как обычно, с плюсов. Первый плюс — это легкость игры. То есть за пару вечеров игру, в принципе, можно пройти. Игра не наскучивает, ты ходишь, ищешь, исследуешь. Просто тебя ничто не напрягает. Хочешь — делай, хочешь — не делай. Так сказать, легкость игры, да, вот стиль игры, стилистика игры. Типа плюс. Контент. По контенту у нас есть. Мы можем фоткать животных, мы можем выполнять необязательные задания. То есть мир как бы прост, но он наполнен. Поэтому это тоже плюс. В игре есть пасхалки, но их очень мало. Очень мало. Также здесь есть шутки, юмор, так сказать, поэтому это тоже плюс. Что можно еще... А, ну, и также вещи, которые у нас в игре есть, ну, типа, контент. 3 плюсов. Потом, и дальше я могу добавить плюс, это музыку. В игре довольно прикольная музыка есть, вот, допустим... Сразу, сходу 2 примера. Это песня городская, которую мы с вами получили. Просто бит классный. Качает. И, в принципе, из Стэнхамна мы с вами получили вот эту. Я сначала подумал херня, но потом ее послушал. И, знаете, она довольно прикольная. То есть в игре такая... Кочевая музыка, их ты можешь любую включить на своем, так сказать, плейлисте здесь, в игре. То есть музыка — это тоже плюс. Ну, из минусов, наверное, я добавлю сложность в заданиях. Ну, есть непонимание в заданиях, но все равно это как ты воспримешь. Плюсы — это не обязательное. Так ведь? Так ведь. Наверное, из минусов — это из зимней локации возьму. Зимняя локация и то, что у нас были проблемы с лестницами. То, что я бывал клацал, он залазил, хотя и не нажимал на лестницу, именно на гору. Когда вот, допустим, где шарики, да, мы поднимаемся наверх, я нажимаю на стрелочку, вместо того, чтобы, ну, пройти в другую комнату, он спускается вниз, потому что он видит, что я нажал на уголок карты, там снизу где-то. Короче, какие-никакие, ну, он... нюансы есть. Допустим, те же солдатики, да, они без шляпы. Хотя в трейлере они со шляпками. Ну как, не трейлер, а геймплей ихний там, который они показывали. Поэтому, да, баги минус. Также я не понял с человечком прикола, то есть после прохождения мы открыли ледяное здание, я подумал, это как раз и будет зоркий глаз, но нет, там какой-то нарисованный чувачок смотрит старинные там фильмы, и больше ничего не было. Ну, картина была там цветная, где она там. Вот наш чувачок этот, о чем я говорю. Ну, как вы видите, лес. Грустный какой-то такой, задумчивый лес. Ну и, в принципе, как-то так. По сути, мы нашли всех 8 чувачков. Мы сфотографировали наш кристаллик. Нашли всех животных. И я считаю, что это 100%. Возможно, да, здесь есть где-то еще секретки 2 непонятные, чтобы было не 100, а 101 там процент. Ну а так, если говорить, то... Оценку, в принципе, сами поняли. Ну, мы ставим, типа, плюсы-минусы.
В игре 4 плюса и 1 минус. Если бы не эти, так и сказать, нюансики, да, баги, которые, ну, не туда, не сюда, но все же. Поэтому, да. Ну а так, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих игр. Всем пока.